У память об загинувших героях Чернобыля сегодня прошли жалобные мероприемства у храме святого Архангела Михаила. Это саправдный помник ахвярам Чернобыля. И он был узведен у вёсцы Вылева Добрушского района у конце 18-го стагодия. У вынику катастрофы на Чернобыльской АЭС эта вёска трапила в зону отселения. При содейничании областного управления МНС церква была перевезена у Гомель и цалком одновлена. Ее открытие отбылось в 2006 году, а праз 10 годов на территории церкви у память об загинувших пожарных и выселенных вёсках открыли мемориал. Сегодня до его склали кветки и лампадки. Сегодня мы с вами вспоминаем Чернобыльскую трагедию. 33 года, как прозвучал этот страшный взрыв, который разделил жизнь наших людей до и после. Люди жили, не знали этой трагедии. И многим пришлось уехать из своих населенных пунктов, где когда-то была радость, была жизнь. Хочется пожелать, чтобы не происходило таких страшных катастроф, которые сделаны руками человека.